Всем привет! Если вам надоели одни и те же завтраки, предлагаю сегодня приготовить вот такой. Это вкусно. Я использую лепешки готовые, у меня цельным зерном. Также буду добавлять овощи, ветчину и яйца. Получается сочно, питательно, ну и, конечно же, вкусно. Овощи режу на мелкие кусочки. Я очень люблю добавлять помидоры. Кто не любит, можно исключить. Также я сегодня использую ветчину, нарежу ее соломкой. Это может быть любая колбаса по вашему желанию. 2 яйца у меня идет на 1 порцию. Вернее, эта порция получается большая, ее даже можно на 2. Все смешиваю, подсаливаю. Сюда можно добавить любимые специи. Остается перемешать. Сковороду нужно взять по размеру лепешки. Так будет удобно. Конечно же, ее нужно хорошо разогреть. Я добавляю немного масла, чтобы было посочнее. В принципе, на сковороде с антипригарным покрытием можно масло и не добавлять. Выбрать сковороду по размеру лепешки нужно для того, чтобы смесь не растеклась сильно. А взяв лепешку, мы накрыли ее и попали, как говорится, в размерчик. Немного прижимаю. Примерно 2 минуты и переворачиваю. Сюда же отправляю сыр. Сыр можно брать любой, но самый вкусный, мне кажется, это моцарелла. Ветчина сверху. Остается его закрыть. Одну часть приподнимаем. Я люблю, чтобы было много начинки, поэтому немножечко придется вот так вот прижать, чтобы уплотнить. Переверну на другую сторону, еще немного поджарю. И вуаля, все готово. Конечно, порция это получается большая. Но здесь, конечно, зависит от аппетита того, кто будет кушать. Я же разрезаю ее на 2 части. И на завтрак к чашечке сладкого чая это просто великолепно. Сочно, нежно и, конечно же, питательно. Приготовление такого завтрака займет не больше 10 минут. А чтобы помыть сковороду, мне нужно всего несколько секунд. Вот так быстро очищается моя. Хочется вам показать мой новый набор посуды, которым я очень довольна. Великолепное покрытие, удобные ручки. Подходят для любой плиты, а также для духовки. Ссылочку, конечно же, в описании оставлю. И если кто-то сейчас стоит перед выбором посуды, то рассмотрите этот вариант. Мне понравилось.